Мы ездили на международный фестиваль «Смех, слезы и любовь». Привезли оттуда кучу-кучу дипломов. И главное, замечательное настроение, потому что был очень сильный фестиваль. Мы возили спектакль «Светопись. Сырой материал говорения». Кроме Заречного, театральная студия «Зеркало» этим летом побывала на фестивале в городе Вятские Поляны. Оба форума принесли тагильчанам награды за пластику, актерское мастерство, творческие поиски. Но главным достижением артисты считают знакомство с зарубежными коллегами из Америки и Украины. Мы даже с американцами общаемся в социальных сетях и везде, поддерживаем. А как? Дружим. Конечно, это обязательно. Сейчас в студии три возрастные группы – младшие, средние и старшие. Плюс совместный проект «Зеркало» и педагогической академии – франкоязычный театр «Перспектива». Воспитанники занимаются с 6 педагогами по речи – вокалу, сценическому движению, акробатике и, конечно, актерскому мастерству. Но главная особенность коллектива – в старшей группе «Зеркало» занимаются родители актеров из младших групп, а также сами преподаватели. Яков Андронатий – учитель по сценическому движению и актер по совместительству. Это интересно и для внутреннего развития и внешнего также это помогает. То есть тут педагог с детьми работаешь, потом вечером спектакли. То есть одно на другое, так сказать, плодотворно накладывается. На двух международных форумах «Зеркало» останавливаться не намерено. 22 сентября труппа выезжает на фестиваль во Францию. Мы туда едем уже третий раз. Туда едет, опять же, театр «Перспектива». Они везут спектакль, тоже повезем премьеру. Спектакль называется «Мама, папа, сын, собака». Семейные истории. Вот, и вы, ребята, будут играть на французском языке. А пока театральная студия дает спектакли на сцене городского дворца детского и юношеского творчества. Александра Марьюшкина, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.